بسم الله الرحمن الرحيم. 15 урок. Нравственные качества, которые должны быть присущи каждому мусульманину. Этот урок посвящен нравственным качествам, которые должны быть присущи всякому мусульманину. Из них можно перечислить правдивость, надежность, целомудрие, стыдливость, смелость, щедрость, верность обещаниям, отдаление от всего запрещенного Аллахом, добрососедство, помощь нуждающимся по мере возможности и другие нравственные качества, на которые указывает Коран и Сунна. Важные примечания. Правдивость. Человек должен быть правдивым с Аллахом в своих высказываниях, деяниях и убеждениях, а также должен быть правдивым с рабами Аллаха, противоположность этого – лживость. Надежность. Это великая обязанность, которая лежит на плечах у человека, противоположность этого – предательство. Целомудрие – удержание себя от всего запретного.